Ребята, я вас категорически приветствую. Как вы поняли, у меня очередной гаджет из Японии. И это, естественно, не модные сережки для мужчин. Это наушники от компании Эмби. Японская контора, которая делала до этого проводные наушники, примерно вот такую же форму. А теперь они сделали беспроводные. Ну, нынче это тренд. Ребята, что могу сказать? Ну, вот обратите внимание, как это выглядит все на ушах. Верчу, кручу, запутать хочу. Очень сложно одевается, во-первых, хочу сказать. Сейчас я вам все подробно расскажу. Снимается очень легко, а вот одевается не с первого раза. Японская контора Эмби, японская, вот, они придумали вот такие вот не затычки, не наушники. Это вот такие вот гибриды, которые цепляются за вашу ушную раковину, за ухо ваше. Вот этими шариками притягиваются друг к другу и таким образом держатся на ухе. Когда они на ухе висят, ну вообще их не ощущаешь, по большому счету. Весит каждый 4-2 грамма. Невесомый, можно сказать. Хватает на 6 часов аудио или 18 от кейса зарядного. Который, кстати, обратите внимание, какой компактный. Очень компактный. Есть в белом цвете, есть в черном, как у меня сейчас, и в оранжевом, и голубеньком. Да, 4 варианта. В комплекте вот такая вот инструкция на японском языке, потому что эта тема только для Японии выпускается. Вот здесь показано, как это можно все нацепить и объясняется. Ну так, без двух рук не обойдется, это точно. На наушниках есть кнопочки, аппаратные, не сенсорные. Я вообще считаю, что сенсор это на наушниках это беда. Беда, потому что вы случайно их там вытащили даже из базы, зацепили, все, у вас там управляется само по себе все. Аппаратные кнопки, вот здесь они находятся. Вот так они даже клацают, очень тяжело. Поэтому там, когда будете на ушах управлять ими, придется их прикладывать друг к другу, сильно прижимать. А в чем фишка основная, да? А, давайте сразу по корпусу пробегусь. Soft Touch, покрытие, очень приятное, не выскальзывает из рук, вроде как. Водонепроницаемый, пот, вода, все это выдерживает. Идеально для занятий спортом, действительно, вы их не чувствуете на ушах, поэтому все здесь просто зашибись. Поддерживает Bluetooth 5.2, работает под управлением процессора Qualcomm 3040. Есть поддержка шумоподавления CVC 8.0. И самое главное, ребята, есть поддержка кодеков aptX и aptX Active, ну, естественно, SBC. И ААКовский. Работает, как я говорил, примерно 6 часов в режиме аудио, что в принципе достаточно много, потому что они увеличены, ну, по крайней мере, да, по размерам вы видите, это вообще очень маленькие затычки. Вот такие вот. Даже не знаю, как их назвать, это улитки или что это такое, маленькие телефончики какие-то, трубочки. Вот, ну, основная беда, конечно, это в том, что вы их не можете нормально нацепить с первого раза, поэтому придется помучиться. И еще основной минус, конечно же, нужно понимать, ребята, к чему вы придете, покупая подобные вещи. Это не внутриканальные затычки, это не накладные наушники, это фактически фоновая музыка, то есть музыка у вас воспроизводится, транслируется вот из этой вот дырдочки. Маленький вот этот кругляшок, капелька, да, она вставляется, соответственно, в сторону, смотрит, точнее, в сторону вашего ушного канала. А вот эта финтифлюшка, она остается за ухом. И здесь находится вся начинка. Вот. Есть правый наушник, есть левый наушник, но им абсолютно без разницы, какой стороной вы их сунете в зарядную базу. Можно левый в правый, правый влево, без разницы. Вот так это все красиво интегрируется. Причем, обратите внимание, я закрыл, и они не отключаются. То есть вы можете сразу включить, нужно, это как только вы музыку отключите, точнее, Bluetooth соединение, у вас сразу они отключаются. Вот, поэтому нужно понимать, да, что они включаются автоматически, а выключаются нет, не автоматически. Так. Дальше, что еще? Сейчас, секунду, музло выключу. По микрофону в каждом наушнике управление осуществляется вот этими аппаратными кнопочками. Очень приятно нажимаются. Вот, громкость регулируется, регулируется воспроизведение и пауза, и регулируется перемотка не по треку, а с трека на трек. Вот. Есть индикация на каждом из наушников, беленькая. Вот. Соединяется достаточно просто. Долго нажали на любой наушник, и, соответственно, у вас идет соединение с источником звука. Есть голосовой, а, вру, голосовой помощник, голосового управления нет. Вот, есть специальное фирменное приложение для
Android и для iOS. Можно скачать на японском Google Play, и вы можете управлять, соответственно, эквалайзером. Но опять же, я скажу так, что нет здесь никаких басов. Повторюсь, очень важно понимать, к чему вы придете, покупая такие наушники. Здесь нет мощных басов, здесь нет верхов. Здесь есть вот такая уверенная середина из имитации басов. Потому что, да, это все будет происходить далеко от ваших слуховых рецепторов, слухового аппарата. Вот это не долбежка однозначно. Это вот такая фоновая музыка для релакса, для спорта, может быть. То есть основная фишка в том, что вы слышите все... Прекрасно слышите, а не имитацию от электронных компонентов. Это обычный звук происходящего вокруг вас. То есть вы прекрасно слышите, что происходит вне ваших ушей. Идеально подойдут для тех, кто ездит на велосипеде на улице, соответственно, чтобы слышать, что вам бибикает кто-нибудь или вы кого-то сбили и так далее. То есть, ну, для тех, кто хочет быть уверен в том, что он все услышит, что говорят вокруг. Ну, естественно, фоновая музыка как бонус фактически. Отлично держится на ушах, повторюсь еще раз. Может быть, даже чуть-чуть сильно притягиваются друг к другу, потому что через какое-то время, там буквально через час, даже, может быть, и раньше, ухо начинает чуть-чуть болеть. Ну, не знаю, может быть, со временем они чуть-чуть растянутся и не будут так сильно тянуться. Вот. Ну, тем не менее. Все, более подробный обзор вы увидите у меня на сайте jphone.ru, поэтому задавайте вопросы под этим видео пока, я, соответственно, на все эти вопросы постараюсь ответить и под YouTube, под этим видео, и непосредственно уже у себя на сайте jphone.ru. Все, ребятки, спасибо огромное за просмотр, ставим лайк, подписываемся или не подписываемся, абсолютно без разницы. Всем спасибо, а я пошел готовить оливьешку.